хочу проиграть, не хочу проиграть, не хочу проиграть! Сегодня снимаем игру Night Pumpkin Friday. Как-то так, в общем, не понимаю я. Мы играем что-то неделю, пятую, шестую. Осталось, в общем, тут на самом деле немного. Я думаю, это будет последняя серия. Игра такая лайтовая, игра такая ритм быстрая, скажем так. Довольно своеобразный стиль у нее. Вот, и крутое такое звуковое сопровождение, да. Ладно, покривляться, все, погнали. У нас тут тёлочка, только уже другая. Четвертая неделя, погнали. Сука, кто-то пришел, что ли? Так, все, серьезно, ебло, давайте, все, я готов. Хуяси, тёлочка. Бля, так у неё ж голос высокий, нахуй. Как я смогу только и ноты тянуть? Тёлочка моя любимая. Хотя... Блять, трудно нахуй. Вот это да. Четвёртая неделя началась очень дерзко. Катяну-то прикольно, мне нравится. Там демоны на фоне танцуют, смотрите. Мы чё, в аду выступаем? Блять, путаюсь нахуй. Ну живем, 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 снизу видите полоска. Мне нравится такое вот долгое. Тут еще так прохладно, видите, да? Тёлка, ну, я заслужил Милфу, думаю, слева, которая для меня. Ой, вторая же песня, совсем забываю, то, что тут несколько песен. Это же неделя. Похоже на какую-то песенку из игры, которая такая инди. Ну, где надо бродить, там монетки собирать, вся херня такая, знаете, такие игры. Вот похоже на это. Сложно нажимать. А демон танцует всем похую. Ой, люблю, когда ноты такие длинные, знаете. Их просто нажимать, и они кайфовые. Это похоже на то, когда ты на синтезаторе долго нажимаешь. Ну, все знаете, Fruity Loops и прочие программы, где надо писать. Я писал какую-то песню, там тоже такая херня есть, и это очень кайф, вообще прям люблю. Блять, сложно. Но это вроде, знаете, попроще, чем вторая неделя. Блять, проигрываем, сука, нет! Вот она идеальная. Блять, как это можно? Надо, наверное, знаете, двумя клавиатурами нажимать. Блять, попробуем. Я путаюсь нахуй. Когда просрал. Черт, нормал. 3, 2, 1, давай. Блять, опять в этот типун на моем языке, сука, дерзкий. Сам хочу петь, но надо стрелочки нажимать, дорогие друзья. Извиняюсь. Ну ладно, нормально, в принципе. Демоны на фоне. Блять, молчу, ничего не говорю. Просто слушаю песни пока что. Кто нам гоняет на такие? А, мы на машине едем, сука, только сейчас заметил.
все, то сам понимаете. Разобьемся нахуй. Блять, меня нахуй уделывают опять. Три попытки, потом на изи перехожу, если не получится, сука. Снизу моя шапка ушла целая влево. И это хорошо. Блин, типун прям болячка. Как болит. Так, давай быстрее. Калмайся, сука, только не по-детски. А прикиньте, если бы мне на нам один, как раньше была бы запись съемки, я бы тогда все бы нахуй выключил сейчас. Дай попробуем на ВСД нажимать. Сука, для ворса песня. Нет, так сложнее. Мне так сложнее нажимать. Блять, мы чуть сдохли, мы сейчас сдохли, мне надо. Песня для того, чтобы ебальники бить. Давай, 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 давай. Нет, да, да что напять, ну не надо. Да какой, ну микрофон зачем? Че ж ты его вы... Чего тебе X-Ray, что... Кто, убивает, что ли? Блядь, песня-то охуенная, я не могу проиграть ее. Пи-п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 и. Ну, половина уже. Да вы чё, Жигуль ёбаный? Отвечаю, я не хочу проходить со мной, я хочу норму, норму хочу пройти! Мне же мозги заболели.
Закончил на ноте, на крутой ноте закончил. Пиздец. В каком бы состоянии не записывал эту песню, все время потею. И только 11 минут записали, 11 минут записали, охуеть. Я духу прошел полчаса, я настолько слился с этой музыкой, что у меня чуть сердце не упрыгнуло. Я подумал, уже проходит вся моя жизнь. Вся моя жизнь. Играем пятую неделю, только ради вас. Вы, я думаю, уже поставили лайк, да? Потому что это жестко. Этот мужик со своей челкой против нас? Хуя сисяндры. Смотрите, он еще Санту хочет убить, а там на фоне телка, которая сиськи покажет, если мы выиграем, крыш, да? Фу, ну это легко, это в отличие от прошлого, это легко уже. Ну, фу. Я вот как этот Дед Мороз сейчас потею, реально. Который слева, как будто мне к виску пистолет поставили. Это хуйня. Полная хуйня по сравнению с прошлым. Это полная херня. Это типа новогодняя, что ли, типа песня? Если они еще с этим чуваком, который усишка, будут вместе, то я просто херен. Это на биток будет жесткий. Ну ладно, мы выиграем пока. Это вообще простая песня, очень простая. Нотки прикольные. Вы вроде лучше писали, уверен. Но это просто очень сильно. Блять, я пропустил. А вот уже пошли лузы и лузы. Хочу подрочиться. Бля, вот чуть не просрал, чуть не проебал. Все. Тёлки довольны, все нормально. Это самое главное. А че у нее там красное какое-то пятно крови у нашей тёлки, которая на колонке сидит? Странно. Так, это реально Новый год какой-то? Вот понеслось, вторая песня. Быстрее уже, нахуй. Вы замечаете, дорогие друзья, с каждым уровнем-то? Танцевальная партия у нас сегодня в натуре какой-то. Снизу появился. Что такое? Кстати, словами запел, заметили? Причем понятные слова-то.
can take a piece of your rain beans and vivisect your mind. Не надо ничего со мной делать, чувак, что ты мне угрожаешь? Snowman smiling with your tea. Ну, блять, хуйня полная, если честно. Я говорю про его. Напугал меня, но на самом деле хуйня. Или смотри, он наоборот хорошую песню поет. Ну давай, давай уже трешняк, трешняк, это уже нормальная песенка. А мы типа, мы только можем звуки сдавать, то есть мы слова не можем, да, делать. Надо что-то говорить, я молчу, извиняюсь, дорогие друзья, просто я максимально сосредоточен на стреле. Щит, там было написано щит, я видел щит. Я им покажу потом свой щит. Так, друзья вокруг, ну это хорошо, надеюсь, так и будет. Какой еще бойфренд? Чей бойфренд? Я не хочу быть твоим бойфрендом, чувак. Возьми лучше мою тёлку, только меня не убивай. Ну, пятая неделя такая, если честно, была. Четвёртая мне понравилась больше, вот с этим вот ебанутым, сука, битом. Как она называется? Мамочка должна быть убийцей. Так, красное шоу и последнее. Слышали название игры, да? Friday Night Day. Так, Хейдинг Симулятор, Моулинг. Озвучено каким-то Моулингом. Кто это такой? Ладно, последняя песня. О, пиксельное шоу. Так, новая фея, которая пришла искать свою правдивую... свою правдивую любовь. Серенада между джентльменами должна решить, кто будет ее властителем сердца, скажем так. Ну, я же говорю за тёлку, Бибу. Нихуй поспоришь, мужик, блядь, с тобой. Сука, все пиксельное. Да я за свою тёлку, блядь. Хотя нахуй она мне нужна, в принципе. Ну если выиграем, так выиграем, заебись будет. Если нет, да и похуй, иди с ней вместе. О! Тёлочки сзади все нас любят. Крутые рэперы школы танцуют. Я тебя сделал, мужик, чудо. Свою тёлку-то, блядь. Я, блядь, таких мужиков уже тут убивал, ты только ты видел бы. Да я его делал вообще, сука, сосёт, блядь, видите, да? Но голос у него приятный довольно. Но я имею для певца. Бля, ну я выиграл, выиграл, выиграл всё равно. Серенада, блять, подбит. Серенада обычно спокойные песенки такие. Они такие ёбнутые. Не, ну нормально, чё, простые пацаны. Вот эту улыбку нашего персонажа, она ничего хорошего не предвещает. Я думаю, он сейчас сосёт. Я имею в виду тот чел, который враж-враг. Все, сделал тебе как тузик, ну не как тузик-грелку, как микрофон, другой микрофон, бля. Чего недоволен-то? Неплохо для уродливого червя. Да ты ёбнутый! Но это время... но сейчас время похоронить твои яйца после твоей девушки, которая закончит Гардлинг Майн. Чё-то, и чё-то не знаю, что такое. Бибу, ну скибиды, па-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 
Чернобыль. Бип-б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 ип. Такая добрая песенка уже идет.
Но он недоволен, вообще крайне недоволен, блядь. Конечно. О, смотри, там тёлка инфаркт нахуй получил сзади, видишь, слева. Это же эти, знаешь, японские тёлки-то, которые всему удивляются и текут трусики у них. Бля! О, я, блядь, проигрываю, даже не заметил. Блядь, твою тёлку не хочу проиграть, не хочу свою тёлку проигрывать, нет! Ой, микрофон сломался, блядь! Нормально, да? Бля, прикольная обработка 8 бит. Но мы должны выиграть с вами тёлку, мы должны выиграть. Мне плохо для уролевого червя, мы это всё читали, да, иди нахуй. Фрик, чувак, давай, давай. Я выиграю тебя, бля! Сука, проигрываю. Тёлка, тебе вообще похуй с кем ебаться, тёлка? Мне вообще похуй. Ну такая себе песня на самом деле тоже. Ну это же серенада получается, то есть она и должна быть такой себе. Но для тёлки должна быть красивой. Вот кто-нибудь тёлки смотрит, на моём канале есть какие-нибудь? Я знаю точно, как минимум моя сестра смотрит мои видео. Вот тебе нравятся такие песни? Если нравятся, значит получается серенада крутая. Если нет, значит... Оба долбоёба. Хотя главное, чтобы вот этой тёлке нравилось, которая... Да, блядь, я опять проёбываю, сука. Я ж стараюсь, сука, хули я проёбываю-то? Сука, нихуя там... Блядь, мозг тряснул. Смотри, здесь снизу яйца ещё такие двое. Два яичка, блядь, снизу, видели, да? Где у него должно быть кое-что другое. Да ладно, я всё понял, ты успокойся, ты мужик, ещё один бату с тобой сыграю. Дейт, это типа свидание, да? Заебись, свидание. Бля. Бим-бим-бим-бим, мне этот момент нравится. Вроде нормально сыграл. О, выигрываю, вот это хорошо уже. Придрочился, говорю, пацаны-то, придрочился. У всех должен быть свой личный плохой опыт, чтобы, если что, то на этом опыте выиграют потом дальше. То есть, ну, одна попытка, понятно. Сука, нет, проигрывать не надо. Ну ладно, мы еще выиграем его. Хотя бы тут не проиграем. Да, вот мы тут до сюда не ходили уже. А, доходили, да. Блять, он уже наравне идет. Блять! Ой, сука, проиграл нахуй! Только не, я не хочу проигрывать. Сука, мало хп у меня. Не хочу проиграть, не хочу проиграть, не хочу проиграть! Это что такое? Хуйня себе, да? Тёлка, да давай ко мне быстрее, там какой-то хуйня какая-то выходит. Direct contact with real humans. Так, прямой контакт с реальными людьми после того, как я был в ловушке. Прямой контакт с людьми после того, как я был заточен в ловушке настолько долго. И со всеми людьми. А, и с ней, и со всех, блять, сука, да ладно. Короче, и с ней, и с другими, и со всеми людьми. Я хочу ей заплатить за то, что ты... за то, что ты сделал со мной и со всеми другими. Я хочу тебя победить на этой площадке. Ты не думай о её... Так, погоди. You don't mind your bodies. А, ты не думаешь о своём... О своих телах? Ведь так? Так, это всего... Чё? Нихуя не понятно. Короче, я понял, он нам бросает вызов. Да нахуй с этим демоном нахуй встречаться? Давай с нами, тёлка. Вон, смотри, мы какие крутые.
А ей похуй, с кем встречаться, с сатаной, блядь, с кем, блядь, с боженькой, с кем бы только не встречался, блядь, блядушка, бледовозка, сука, вот вообще похуй, с кем встречаться, блядь. Я так понял, короче, кто-то выиграет, тот, тому, видимо, еще гонорар неплохой заплатит, поэтому она, блядь, и с победителем встречается. Блять, сделают меня, чувак, у меня даже хилки нет. Обязательно нужно выиграть сейчас. Блять, сделал меня мужик, так, сука, мы снимаем-то. Ладно, еще нормально, пацаны, не возникайте, тихо. Сейчас мы его сделаем, сейчас мы нахуй ему жопу надерем. Тихо, тихо. Очень громко в наушниках эта хуйня. Я извиняюсь. Нахуй иди, мужик. Так, тут самое главное каждую стрелочку пробовать, половить. Нам надо вот начало не просто так дают такое легкое. Оно нужно для того, чтобы хб собрать. Я не особо хорошо собираю. Вроде нормально, да конечно, да? Ну ладно, нормально. Попал, блядь, попал. Ну более-менее нормально еще. Попал, тоже хорош. Ну это легкотня вот это сейчас. Это повторение метают. Вот это вот сложная херня. Блять, вот этот новый бит пошел. Ну что, я выиграл-то, блять, сколько ж долго эта песня идет? Ну, нормально идем. Это тоже хуйня, это примитивный бит. Есть! Я, походу, самого сатану победил. Чё, кто пишет? А где сцена, где мы сосаться будем? Ну, я так понял, мы прошли это. Вот такая вот игра, вот такой суримод. Как вам понравился? Фриплей, ну-ка, чё такое? Я не заходил сюда. Ёбаный, погоди. А, я понял, то можно выбрать песню, короче. Я понял. Ну, в общем, такой вот немного страшной нотки. Так, это что такое, донат? А, открылась кнопка с донатом. Короче, на такой веселой нотке наша музыкальная передача подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Комментируйте видео. Также смотрите другие видео на моем канале. Много плейлистов там найдете вы, много игр там найдете вы. Плейлист с данной игрой будет в описании, тут будет видео, вы вроде как посмотрели. Всем желаю удачи и до скорого. Всем пока.